внучка. А, это внучка поздравляет. И вам микрофон, да? Автор.
Рима, а новодомчит хоть до Берлина. В театр и на отдых доедешь с комфортом, а также и в клуб. Для занятия спортом! Принесла для дедушки я краюшку хлебушка, бублика в вязанку и толстую баранку. После хлеба нужно зрелище. Вот наш фильм на днях заценишь. Каждый день репетиции и встречи. Или съемки, спектакль, фуршет. А когда? Где и что в этот вечер? Органайзер подскажет ответ. А погаснет свет в театре, не собьешься ты с пути. Наш фонарь тебе поможет за кулисы путь найти. Восторг и счастье, вдохновение накрыли детские сердца. Им хочется на этой сцене сыграть Тартюф, мудреца, Шекспира, Гёте и Мольера, Толстого, Шварца и Бодлера, Дюма и сына и отца. А деду нашим подвластна по сложности любая роль. Премьер-министр, Волов, Ромул, он превращение король. Ваше величество!